Здравствуйте, представляем вашему вниманию лот номер 4, Kiabi Children Mix, страна Франция, демо-сезон, количество мешка 38 штук, вес мешка 5 кг, 150 грамм. Микс детский. Такое платье с капюшоном на 12 лет. Туник даже больше пройдет. На 10 лет кардиган полностью на пуговицах вязанный. 2-3 года футболка. 4 года футболка. Так, не видно. Что конкретно? На 3 года футболка. Такой топ. Тридцать 6 месяцев боди, на 10 лет такая рубашка полностью на клепках с карманами, кардиган даже можно назвать. 12 месяцев такая вот блузочка на пуговичках полностью, комбинезон как вельветовый он идет. Ремни регулируются. На 6 лет микровельвет платье на пуговичках. Рукава также на пуговицах. Юбка вязаная на 5 лет с карманами на резинке. Джинсы на 3 года. Внутри резинки утяжки, клепка, карман. На 3 года шорты с карманами на резинке. На 1 месяц танковка сзади на клепках. Танковка. На 3 года, на 4 года танковка. На 5 лет танковка. На 8 лет джинсы, клепка, внутри резинки, утяжки, карман, сзади карманы. На 3 года танковка. На 8 лет футболка. 24 месяца комбинезон внутри утепленный с начесом, с карманами, сзади пуговицы, здесь также пуговицы, лямки регулируются, толстовка внутри с начесом, утепленный капюшон, 24 месяца, карманы кенгуру, джинсы на 3 года, клепка, внутри резинки утяжки, сзади карманы, танковка блузка на 12 лет. На 12 лет джинсы со стразами, клепка, внутри резинки, тяжкие карманы, сзади карман, ручки под ремень. Танковка на 5 лет, на 10 лет танковка, на 6 месяцев танковка с пуговицами, на 3 года брюки, джинсы, клепка, карманы, внутри резинки, тяжкие. Джинсы, на клепке молния, карманы, выточки под ремень на 10 лет. Брюки на 7 лет. Здесь тут клепка молния, карманы косые. Внутри резинки утяжки, сзади нет карманов. Такие джинсы на 9 месяцев с поясом. Толстовка на подростка с капюшоном, утепленная с начесом. На 4 года такие брюки, как кожаные, джемпер, здесь можно сделать, развязать, не затягивая, это сделано уже так, его не расправишь, джемпер, на 6 лет танковка. Здесь с 2D рисунком. И повязка на голову. 3-6 месяцев. Бирка на каждую. Спасибо за внимание.